Специально обученные операторы быстро и качественно отвечали на вызовы. Кроме этого, на центральной подстанции «Сочинская скорая» был организован колл-центр. Горожане и гости курорта могут задать любой вопрос и получить профессиональную медицинскую консультацию. В работе колл-центра задействованы врачи с большим опытом работы. Летом на станцию скорой помощи поступало до 4500 звонков в сутки. Телефон колл-центра скорой помощи и горячие линии управления здравоохранения вы видите на экране.